едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья. Нам весело живется, мы песенку поем, а в песенке поется о том, как мы живем. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика, собаку, Петьку, забияку, обезьяну, попугая. Ваот, компания какая? Ваот, компания какая? Вот мы так приехали, заправляемся на 92-м бензином на Роснефти. Мягкая вода. Мягкая вода. Ну, похоже, да, на обычную воду. На обычную воду, да. Как обычная вода. Питаем он тут, на одном очень плохо. Так, ну, сейчас попробуем. Национальный. Гусь-шестерка. Джокер. Дама. Девятка пик. Очень интересные карты. Восьмерка. Туз. Бубей. Король какой настоящий, да? Вот король. Бешенство. Thank you.
доехал я до места, где снимался фильм «Аватар». Да, вот, пожалуйста, там совершеннейшая глубина. Здесь летающие острова. Сейчас еще поснимаю. Так и есть. Похоже, прям копия. Давай. Ой, какой хорошенький. На. Яблоко. Яблочко. Давай, бери, бери. Бери. Вот молодец. Вот молодец. Смелый. Ну, не очень. Ой, дети, ты выпьем сделаешь. Мое яблочко я первое нашел. Так, вот еще достопримечательность местная. Зубы дракона. Вот. Так, здесь не запаркуешься. Я, конечно... Вот видно? Кричит кусочек. Вот. Большой и самый главный водопад Джилусу называется Султан. Вот, блин, никак не покажу. Вот, ну видно. Вот по дороге в Джилусу. Значит, Су — это всегда вода. На всех тут местных языках. Или просто Су, или Су. Карасу, Раскарсу там и так далее. А вот это Джилусу. Такие крутые подъемы и спуски. Такая красота. Но, честно говоря, я стараюсь машину поменьше напрягать. Торможу двигатель. Вот. Но красота неземная. Так, вот приехал на эти горы. Сейчас все люди, которые здесь, спросили у меня, что это за такой автодом. Я сказал: ой, ну здесь, конечно, высота. Надо сейчас посмотреть, какая высота над уровнем моря. И вообще, конечно, очень. Высота над уровнем моря 2183 метра.